Школа органа и вокала «Дисциплина» – это образовательный проект для детей и взрослых. В школе преподается академическая и старинная манера пения, а также игра на органе. От азов до искусства импровизации. Программы рассчитаны на семестр интенсивных индивидуальных занятий дважды в неделю или два семестра занятий раз в неделю по удобному графику. Можно работать над репертуаром, который интересен именно вам для подготовки к выступлению или экзамену. В школе также действует детский медиапроект «Ангелорум». Дети посещают занятия хором, сольфеджио, а также по желанию дополнительные занятия по игре на органе или вокалу. Кроме того, ребята будут вместе планировать и записывать профессиональные видеоклипы и производить студийную звукозапись, создавать собственный YouTube и Instagram-канал. В «Ангелорум» принимаются дети и подростки в возрасте от 6 до 15 лет. Занятия в школе ведут опытные преподаватели. Оксана Харитонова, преподаватель первой квалификационной категории, художественный руководитель и дирижер хора. Анна Суслова, преподаватель органа, кандидат искусствоведения. Мария Волгина, преподаватель вокала, выпускница Академии Бельканто Миреллы Френи. Анастасия Бондарева, преподаватель вокала, лауреат международных конкурсов. Елена Стрижакова, преподаватель органа, выпускница Академии имени Гнесиных. Школа органа и вокала «Дисциплина» действует в Институте Святого Фомы при поддержке Фонда искусства добра, который более 15 лет ведет работу в области популяризации органной музыки, сотрудничает с всемирно известными музыкантами. Дополнительно в институте проходят мастер-классы для детей и взрослых по григорианскому хоралу, актерскому мастерству, искусствознанию, логике и риторике. Оставляйте электронную заявку на нашем сайте. До встречи на занятиях в нашей школе!